Вот, насчет этой коробки на Mazda Tribute Ford Escape 2.3 Ford Maverick. Посмотрите, вот эта вот коробка с раздаткой сейчас стоит. Вот, вот эта вот раздатка идет. Обычно эта раздатка у нас продается отдельно. Имейте в виду. Вот эту раздатку мы обычно продаем отдельно. Так вот, давайте саму коробку покажу. Вот ее лицевая сторона. Теперь она идет двухподдонная. Вот первый поддон. Вот снизу второй поддон. Так. Далее. Вот здесь вот штекер идет. Соединение вот. Вот здесь вот штекер соединения идет. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5. Снизу 5 снизу. 1, 2, 3 сверху. 1, 2. Потом 2 пустых идет. И последний 1 идет. Так, дальше. Дальше здесь вот селектор идет. Но селектор вам необходимо будет свой ставить, потому что здесь защита сломана. Отсюда вот идет выход. Это, по всей видимости, на охлаждение, наверное, идет. Ну, не знаю, в общем, отсюда выход идет. Так, вот он. Вид номер 2, в общем. Вид номер 2. Вот этой вот коробки с этой стороны самое интересное, только вот этот вот датчик, то, что здесь. Вот здесь вот крепится стартер. С этой стороны стартер идет. Но с этой стороны я уже показал. С этой стороны показал. Так, здесь что у нас? Здесь селектор. Потом вот здесь вот два этих идут на кронштейн. Вот тут вот датчик идет. Датчик он идет двухконтактный. Двухконтактный, двухпиновый датчик идет. Так, дальше что еще есть показать? Ну, по всей видимости, особо дальше нечего показывать. Давайте вот здесь еще вот этот упор сделаю. Вот это вот посмотрите. Сравните. Так ли все? Здесь вот так вот идет. Теперь давайте вот это посмотрим. Здесь что написано? GF32. GF32. Вот так вот, в общем, написано GF32. Так, дальше что еще? Дальше. Ну вот это щуп идет отсюда вот. Щуп идет. Ну и в принципе вот это. Ну давайте сейчас нижнюю часть покажу. Давайте нижнюю часть покажу. Вот эту сторону я показывал, нет? Вот эту сторону не показывал, да? Ну давайте уже нижнюю часть покажу. Снизу что-нибудь интересное есть. Но снизу такого ничего интересного нету. Только поддон стоит вот этот вот. Ну и все, в принципе. Такого прям интересного ничего нету. Ну и касательно раздатки, давайте уже и раздатку покажу, что. Вот она раздатка. Вот такая, в общем, раздатка идет. Как я уже сказал, вот эту коробку я привез из Эмиратов с Дубая. Все двигателя коробки оттуда все привозим. Вам предстоит ее только поставить, проверить. В случае неисправности вернуть обратно. Какой-либо 100% гарантии нет на ее 100% работоспособность. Только методом тыка поставите, проверите. В случае неисправности вернете обратно. В общем,
такая вот раздатка здесь, такая вот коробка. Все показал, думаю, каких-либо вопросов не осталось после этого видеообзора. Здесь все понятно. Изложил перед установкой коробки, конечно же, там нужно будет сальник заменить. Гидротрансформатор, если убрать, там... Ну и, в принципе, все.